Корона-кризис. ЧП прошло, а обязательства и проблемы остались. Транш из нацфонда может спасти ситуацию. Сенат одобрил уточнение бюджета. Зона некомфортного пребывания. Сенатор требует расселить заключенных по отдельным камерам и занять их производством товаров для госзакупок. Пули и бронежилеты. Чем сильна казахстанская оборонная промышленность? Сенаторы проверили заводы и запасы. Здравствуйте. Настало время Сената. Коронавирус, подорвавший не только наше с вами здоровье, но и экономики всех стран, продолжает создавать серьезные проблемы, а самое страшное – уносить человеческие жизни. Пока ученые всего мира изобретают вакцины, правительства разных государств латают дыры в бюджетах, чтобы спастись от полного экономического краха. В нашем случае подушкой безопасности служит нацфонд. Новый транш позволит и дальше строить жилье, дороги, а главное – вооружить врачей для борьбы с пандемией и выполнить все социальные обязательства государства. Коронавирус сотворил небывалый мировой кризис. Самочувствие нашей экономики тоже неважное. Все средства и силы направлены на борьбу с болезнью. Тем временем бизнес продолжает нести колоссальные убытки, а госбюджет недополучает деньги, которые сейчас очень нужны. В Сенате изучили очередные меры по спасению людей, медицины, фабрик и страны в целом от коронакризиса. Республиканский бюджет нақтылау. Уточнение республиканского бюджета направлено на выполнение социальных поручений президента страны. Восстановление экономического роста и борьбу с пандемией. Этот год выдался не самым простым. Тем не менее, глава государства делает все необходимое для выполнения всех социальных обязательств государства перед населением. Правительство не раз перекраивало республиканский бюджет. Экономия на одних, государство перекидывало все средства на борьбу с пандемией. Но даже сокращение отдельных статей расходов не спасли ситуацию. Нужны еще деньги, чтобы продолжать начатое. И речь не только о врачах, лекарствах и больничных койках. Безусловно, здравоохранение и человеческие жизни в приоритете. Но у государства есть и другие важные социальные проекты и обязательства, которые тоже надо выполнять. Уточнение бюджета также направлено на реализацию очень важных социальных наших направлений. Социальной политики – это повышение заработной платы наших педагогических педагогов. В целом 46% республиканского бюджета направлено на социальную сферу. Это выплата заработной платы, пенсии, специальных государственных пособий. Кроме этого, рассматривается очень большой блок вопросов поддержки социально уязвимых слоев населения. Более 500 миллиардов тенге требуется государству, чтобы до конца года не прекращать выплачивать пособия, закупать лекарства, защитные костюмы для врачей и продолжать строить дома и дороги. Таких денег нет в госбюджете, но они есть в фонде, который, собственно, и создавался на черный день. Новый транш из нацфонда направят на борьбу с пандемией, но и про жилье в Сенате не забыли. В стране около 2 миллионов человек нуждается в собственной крыше над головой, а в очереди на льготные квадратные метры стоят более 500 тысяч казахстанцев. Действующая программа «Нурлы жер», она разработала так называемую лестницу доступного жилья для расширения участников в зависимости от доходов, кто может рассчитывать на доступное жилье, что, на мой взгляд, расширяет группу участников, расширяет доступ граждан к жилью. Буквально на прошлой неделе в Сенате обсуждали развитие аулов, так что и на сельские территории нашли дополнительные деньги. Аул Ельбисаге и Нурлыжол – одни из важных проектов, останавливать которые категорически нельзя. Там и строительство больниц и медпунктов, обеспечение питьевой водой, продбезопасность, АПК – все входит в пакет антикризисных мер. В связи с тем, что бюджет, практически дефицит бюджета в этом году ощущается, но для сельского хозяйства, значит, не только не произошло уменьшение цифр, а наоборот увеличились цифры до 28,9 миллиардов тенге. Это говорит о том, что сельское хозяйство дает положительную динамику по сравнению с другими отраслями. Вот. И самое главное, что эти деньги, этот инструмент очень положительно влияет.
Без работы остались и заключенные. Правда, в их случае причина не в коронавирусе, а в изменениях в законе о госзакупках. Зэки стали меньше шить, строить и ремонтировать автодороги, а также выполнять другие заказы. Из 30 тысяч осужденных на зоне трудоустроено не более 3500. О занятости людей за колючей проволокой заявил сенатор Владимир Волков. Депутат требует не только занять их делом, но и расселить по разным камерам. Кстати, сенатор согласился ответить на наши вопросы. Владимир Васильевич, в вашем депутатском запросе говорится о том, что тюремные цеха остались без госзаказов. Так ли это? Здесь необходимо уточнить, что в депутатском запросе идет речь не о возможности или невозможности участвовать в государственных закупках, а о льготах осуществления государственных закупках. Перечень товаров и услуг и их объем определяется постановлением правительства, которое было принято в 2016 году. В 2019 году было внесено изменение в это постановление, и были уменьшены объемы по продуктам питания, изделиям швейной продукции, исключены услуги по оказанию строительно-монтажных и ремонтных работ. Выходом из ситуации мы видим в непосредственной поддержке государства необходимо пересмотреть перечень товаров и услуг, производимых на предприятиях УИС. Необходимо вовлекать в производство предпринимателей извне, используя механизмы государственно-частного партнерства. Вы также предлагаете расселить заключенных по отдельным камерам. Расскажите о ситуации с тюрьмами в нашей стране и о содержании осужденных. Сегодня в стране из 66 исправительных учреждений лишь 6 учреждений с покамерным содержанием, в которых содержится всего около 4000 осужденных. Однако вот одна из них – это тюрьма в городе Аркалыки, в которых содержатся особо опасные преступники. А также у нас имеется локальный участок в учреждении особого режима для лиц, которые приговорены к пожизненному лишению свободы. Содержание осужденных в камерах способствует эффективной профилактической работе, предупреждению совершаемых внутри учреждения нарушений и преступлений, обеспечение физической личной безопасности как самих осужденных, так и сотрудников учреждений, а также ведет к резкому сокращению заболеваний. Ну что ж, понятно. Благодарю вас за исчерпывающее разъяснение. Напомню, что я беседовал с депутатом Сената Владимиром Волковым о занятости заключенных. Оборонная промышленность – еще одна отрасль, которая волнует сенаторов. На различных выставках и парадах то и дело демонстрируют брутальную технику. Кое-что собирают на отечественных заводах. Однако наши ученые и инженеры способны на большее, считает покоритель галактики и настоящий герой Талгат Мусабаев. Есть определенные, значит, успехи в этом направлении, но работа еще не початый край. Потому что, значит, мы сами, к сожалению, не создаем технику, значит, оборонного направления. Хотя некоторые узлы и агрегаты мы начали сейчас уже изготавливать. Вот. Как и для авиации, значит, так и для других видов родов войск. Возможно, второго Калашникова у нас и нет, но имеются предприятия, которые отливают патроны для автоматов, производят бронежилеты, собирают военные вертолеты. Есть и желание казахстанских академиков участвовать в разработке своего вооружения. Не хуже зарубежных аналогов, а может даже и лучше. Надо только создать коллаборацию гражданских ученых и военных инженеров. Чтобы руководство Министерства индустрии и инфраструктурного развития, те предложения, которые ранее были сделаны Академией военных наук, связаны с созданием центра компетенции, в котором бы соединились военные и гражданские ученые, научно-техническая база существующих университетов, позволили бы разрабатывать новые образцы вооружения и военнотехники. В принципе, признаются военные эксперты, отечественный оборонный комплекс выпускает вполне качественное вооружение. Пусть даже и дороже импортного оружия и техники, но зато свое, а главное, пригодное для защиты родных рубежей. Во всех развитых государствах оборонная промышленность является драйвером, занимает до 30% объема валового национального продукта.
является драйвером развития высокотехнологичных областей. Это было «Время Сената». Мы продолжим через неделю рассказывать о законах, которые меняют нашу жизнь. До встречи в эфире.